А теперь обзор ситуации по ковид. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Мангистау стабильная. С октября по сегодняшний день в области выявлено 6 случаев заражения ковид. 4 из них зарегистрированы в октябре, остальные в этом месяце. Пациенты находятся в стабильном состоянии и получают лечение в поликлиниках. Единственным способом противостоять инфекции остается вакцинация. С 2021 года в регионе первым компонентом вакцины охвачено 58% населения. Вторую дозу препарата получили 57% жителей области. Ревакцинация охвачены 60%. Наша область этого года находится в зеленой зоне. Все стационары в области пустуют. Сейчас период сезонных инфекций. Для потенциальных взрослых больных открыта часть провизорного центра в первом микрорайоне.